Чем отличается старая должность от новой? Так мистика какая-то, мистика. Ну как мистика? Что значит мистика? Вы уже вступили вполне в такую реальную жизнь, никакой мистики. Чем отличается старая должность от новой? Вчера вы были, так скажем, невеста, жених. Сегодня чем вы отличается? Муж и жена. Тем, что мы будем сегодня спать вместе. Вот. Отличается этим. Нескромный вопрос. Это первый раз. Да. Почему невеста, жена отворачивается? Я просто очень извиняюсь. Дайте я вам снимаю, а? Не надо, ладно. Нет, я вам пару вопросов сначала задам. Вы не из КГБ. Я из ДДТ. ДДТ, что-то знакомое, по-моему, это группа. Паша, это дурак. Кто это был? А вот Денис, он дурак. Интервью мешают. Нет, они хорошие ребята. А Владик у нас... Я хороший. Он дурак. Денис у нас дурак. Парни, делитесь. Вот нет, он делитесь. Он играл со мной в одной группе. Вот. Я его люблю, а потом, как своего, так сказать, соотечественника по группе. Этот парень со мной пережил огонь. Ты хотел поснимать. Давай, снимай. А че ты будешь? Сейчас. О, ты таким глазом смотришь. Сейчас. Миша,
Что там я увидела? Андрей, ничего не будет видно. А? Там ничего не будет видно. Ты очень быстро движешься. Попадет не в те руки. Нет. Где?